Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквы «Ф» осуществить и половину задуманного. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Эти люди не воспринимают вторых ролей. Они всегда хотят выделяться и быть в центре внимания. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить, даже если они соглашаются с неправильностью действий. Эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.